Привет. Всем привет. Я сегодня поведаю о том, как работает мой психосовский тип, как он вообще мне помогает жить и получать, более того, от жизни удовольствие. О психософии я рассказывал уже не раз на моем канале, вы можете в соответствующем разделе увидеть много роликов. Напомню лишь самую основную базу, что в структуре психики человека существует 4 функции. Две из них результативные, две процессионные. Первая, вторая, третья, четвертая, соответственно, и называются они следующими закадычными словами. Логика, эмоция, физика и воля. И, соответственно, в зависимости от того, как они расставлены внутри психики человека, от этого и получается, как человек себя ведет. Собственно, я хочу рассказать о том, как работает эта схема у меня, и если кто не знает, а ведь такие наверняка же есть, кто не знает, что мой психосовский тип – это Ленин. Это вообще штука, что вот Ленина до сих пор не похоронили. Я думаю, почему же? Ну, не похоронили его, потому что я жив, понимаете? Вот, поэтому его похоронят в тот момент, когда меня не станет, это будет еще очень нескоро. Так что не ждите скорого ответа. Итак, поехали. Ленин. Расположение функций. Первое, второе, третье, четвертое. Воля, логика, физика, эмоция. Какова моя мотивация? Третья функция – это болезненная, болевая. Это язва, это та функция, которая так напрягает человека, мешает ему жить вообще всячески. Вставляет палки в колеса, знали бы вы. Вот. И в свое время для меня мотивом и стимулом к действию стало начинать разбираться, прокачивать эту функцию. Все, что связано с телом человека, все, что связано с материальным миром человека, все эти аспекты стали для меня витальными и ценностными, потому что какой бы ни была воля, как бы ни была прокачана или приятно напоболтать логика, если нет фундамента физики, то перспективы так себе. Согласитесь со мной. Таким образом, прокачивание этой опции, этой функции делает меня мотивированным, заинтересованным, делает меня в перспективе сильнее и сильнее. И это, в свою очередь, создает мотивацию для второй функции логики, все выговорить не могу, которая объясняет, структурирует, дискутирует моменты, в том числе связанные с физикой, укладывает эту в систему. Все-таки недаром я через видео так напираю на то, что необходимо изучать законы логики. Друзья мои, их действительно необходимо изучать. И здесь, когда вот эта связочка процессионных функций, физика и логика работают слаженно, вступает в игру воля, потому как воля – это установка на тактику и стратегию того, что я хочу. А если этого хочу, то вы понимаете, первая воля сломает все на своем пути. Но здесь оговорка. Вы меня наверняка поймали на дискуссии, ну, именно на таком, знаете, свое еще сломали. Здесь видна деструкция. А этого не должно быть, потому что на негативной мотивации человек далеко не уедет. Негативная мотивация, она подразумевает под собой устранение того, что мешает. У меня на канале есть ролики про негативную и позитивную мотивацию. Так вот, негативная мотивация, она только ступенька к позитивной мотивации, которая как раз и работает сейчас, в данный момент моей жизни. Выстраиваясь по функциям физика, логика и воля. Я знаю, куда хочу. Я точно туда дойду, потому что я туда дойду, друзья мои. Вам желаю дойти туда, куда хотите вы. Я не упомянул о четвертой функции, об эмоции. Она как бы есть, но ее как бы нет. Я вам скажу, не виляя хвостом, что я благодарен тем людям, у которых ценностно и высоко расположена эмоция. Я, знаете, подпитываюсь у них, как у солнышка по утрам, как у батарейки запитываюсь, как телефон подзаряжаюсь. Девушки,
Вот в основном девушки, которые вот смотрят это видео. Я вам очень признателен. Вот тебе особенно, да, вот ты девушка из... Ну, хорошо, все, эта эмоция была, закончилась. Вот так оно все и работает. Пожалуй, мне добавить нечего, но поблагодарить за то, что вы посмотрели это видео, этого видео я хотел бы. Все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Да, поставьте лайк. Надо продвигать видео, надо продвигать. И надо революцию продвигать в массы, не забывайте. Поделитесь с друзьями. Пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Будьте счастливы.